That was a special. Да, в этом что-то есть. I'm taking all. Я беру всех. All of them? Всех? Yes. Да, в моем гареме места хватит для всех. Спасибо. Группа «Золотые рыбки» заканчивает свое выступление и благодарит вас за теплый прием. Завтра у нас выходной, а в понедельник ждем вас снова на нашем празднике воды и красоты. Спасибо. Борис Сергеевич, я не поняла. У нас выходной завтра? Вы же говорили, работаем. У публики выходной, а у нас работа. Причем, девочки, легкая. Ой, легкая, что-то новенькое. Вот только не надо тут из меня карабаса делать. Вы и так за этот сезон бабок срубили столько, сколько вам в спорте и не снилось. Так что за работа? Фотосессии, девочки, я договорился с одним журналом. Прогулка на яхте, море, понимаешь, солнце, ну и ваша красота. По 200 баксов каждой. Порнуха, небось. Анастасия, ты мне прекрати тут. Так, значит, кто захочет сняться топлес, сотни сверху. А кто не захочет, пускай остается в бикини. Но явка всех обязательно. Палуба должна ломиться от вашей красоты. Только бы не треснула. Ай. Извините, пожалуйста. Вы с ума сошли? Это же женская раздевалка. Диана, Сан Саныч просил передать... Что ждет вас у выхода? Передайте вашему Сан Санычу, что нормальный мужчина сам дарит цветы, а не присылает не пойми кого. Дианка, какая же ты жестокая. Мальчик ведь попадет. Передайте вашему боссу, что мы благодарим за цветы, но предпочитаем бриллианты. Хорошо, передам. Настя, ну хоть ты на меня не ори. Так, все, все, все. Отдыхать. Завтра тяжелый день. Все. У меня замучки со своим решимом, со своими фотосессиями. Сил уж просто никаких нет. Я отдохнуть хочу. Я уже не хочу больше работать. Так, это Диана. Тебе. Слушай, я розы забыла в раздевалке. Пойду. Эти розы? Разрешите с вами поговорить? Пожалуйста. Позвольте вашему поклоннику преподнести вам этот скромный букет. Сирень. Оригинально. Спасибо. Я вас помню. Вы же на каждое выступление наше приходите, да? Скорее, чтобы посмотреть на вас. Признание. А вам неприятно? Нет, почему же? Мне приятно. Если вы, конечно, не будете назойливым. Мне прямо сейчас уйти? Нет, останьтесь. У меня к вам дело. Проводите девушку до гостиницы, а то там... Знаю, знаю. Там у главного входа вас ждет некий Сан Саныч, с которым вы не хотите видеться. Можно узнать, почему? Можно, конечно. Откуда вы знаете, что он меня ждет? Город маленький. Не люблю богатых и назойливых. О, тогда у меня точно есть шанс. Посмотрим. Пойдем, пойдем. Позвольте. Пожалуйста. Ну и чем ты занимаешься, Сергей? Моряк. Ты на суше, я на море. И в каждом порту по девушке. По две. Только сегодня я разослал всем прощальные телеграммы. Что так? Объяснил, что встретил свою единственную неповторимую. Может, погорячился? Жизнь все расставит по своим местам. Надо надеяться на лучшее. Вот отними у человека надежду, что останется? Что? Тоска. О, да ты еще и философ. Знаешь что? Не хочу в гостиницу. Хочу вино, море и шашлык. Надоел мне этот чертов режим. Понял.
уважаемый, отвези, пожалуйста, сумку в гостиницу Регона. И скажи, чтоб отнесли в номер Диану Уваровой. О чем речь, уважаемый? Доставим в лучшем виде. Однако, ты уверен, что он довезет? Доверять надо людям. Тогда они проявляют свои лучшие качества. Это ты намекаешь, чтобы я тебе быстренько доверилась? Доверишься хорошо, не доверишься. Ну так что с тобой поделаешь? Безропотный какой-то ухажер. Даже подозрительно. Пристаешь, не нравится. Не пристаешь, подозрительно. Это и есть женская психология. Слушай, когда целыми днями отбиваешься от ухажеров, уже никакой психологии не остается. Замуж вам пора, чтобы было кому защищать. Это предложение? Дианочка, ну что же вы так? А я вас там жду. А я вам ничего не обещала. Вы разбиваете мое сердце. Чтобы свое сохранить. Вы ведь даже не спросили. Может быть, я не свободна. Дианочка, это же несерьезно. Вашей красоте нужны соболя и бриллианты. И ужин в Париже. Сегодня же. Это приглашение. Извините, я занята. А завтра занят я. Может, молодой человек предоставит мне право первым накормить вас сегодня. А я постараюсь убедить вас в искренности своих чувств. Вы бесцеремонны. Любовь всегда бесцеремонна. Уважаемый, вам же ясно сказали. Свободны. Подскажите, юноше, что хамить мне очень вредно для здоровья. К тому же его очень ждут в другом месте. Беги. Моряки не бегают, моряки ходят. Я не хочу, чтобы тебя избили. Ну, это вряд ли. А ну, прекратили сейчас же! Быстро сели в свои машины и уехали, пока глаза целы. Все. Дианочка, какой темперамент? Вы не цените себя. Но помните, мое предложение остается в силе. По коням. Ну вот, не дала красиво погибнуть в бою за прекрасную даму. Я же тебя спасала. А бегать, ты говоришь, не умеешь? Не умею. Врать тоже? Врать тоже. А как ты плаваешь? Красиво. Может, поплаваем? Поплаваем. На барже! На барже! Ну что, устал? Может, обратно? Я как ты. Я вообще-то мастер спорта. На меня равняться опасно. Так бы плыл с тобой. И плыл. Ну, поплыли. Что надо? Слышь, братишка, а как на таком красавце прокатиться-то? К капитану. А где капитан? Ну что, спит? Так разбуди. А не велел. А ты скажи ему, что его сам президент будить приехал. Какой президент? А вот это! А, тогда базара нет. Кидай конец. Принимай. Оп, плохая примета. Тебе помочь? Да, не надо. Да я помогу. Ах!
Ты что, железный? Если женщина устраивает мужчине проверку, значит, он обязан ее выдержать. Я выдержал? Ты-то еще как выдержал. Мне-то теперь что делать? Как до гостиницы доползти? Отнесу. Угу. Я привык носить на руках мастеров спорта. Извини, это было глупо. Глупо. Мы могли бы заняться другим, чем-то более полезным. Например? Разрешишь, покажу. Попробуй. Не задерживайте. Ну, рыбоньки мои золотые, давайте, давайте, добивайся. Вперед, вперед, пошли, 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 пошли. Быстренько, быстренько. Ну-ка, что, катер без нас уйдет? Рассуждай мне еще. Ой, давай вперед, быстро. Быстро там. Милые девушки, капитан корабля и наша команда приветствуют вас на борту нашего коралла. Девушки, красавицы, это будет лучший номер этого сезона. Да погодка что-то не очень как-то. Ну, красавицы, ну, куколки, ну, какая погода? Матч состоится при любой погоде. Давайте, рыбки, вниз, вниз, на нижнюю палубу. Я что хотел сказать-то? Слушаю, у меня Борис Сергеевич. Слабый очень вестибулярный аппарат. Я качку вообще никак не переношу. Может, вы как-то Борис Сергеевич, сами подождите, без подождите, меня... подождите, Борис Сергеевич, подождите, успокойтесь. Значит, ваши куколки. Ну. Вот вы ими и командуете. Между прочим, вы за это деньги получаете. Так что прошу. Прошу, прошу, Борис Сергеевич, прошу. Короче, отдать швартовы. Давай. Угу. Хорошо, повернулись. Настенька, Настенька, улыбнись. Ула, вон, Настюшенька. Ну-ка, 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 ну-ка. Ой, какая прелесть, гениально. А теперь, девочки, повернулись. Так, вот так, улыбаемся. Ой, какой кадр. Во, так, девочки, девочки, все хорошо, но кожа, кожа, кожа. Девочки, тело немножко бликует, поэтому сейчас по одной в салон на грим. Если есть гример, что здесь нас не сделать, что ли? Настенька, что за спор? Борис Сергеевич, наведите порядок в собственном коллективе. Так, девочки, во-первых, за процесс съемок отвечаю я. А во-вторых, достаточно того, что я сказал во-первых. Быстренько на грим, куда сказали. Воронцова, ты первая. Быстренько, 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 вперед. Да пожалуйста. Давай, 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 Борис давай. Борис Сергеевич. Воронцова, давай быстрее. Да иду, иду. Что ты как черепаха. Ну, быстрее давай. Следующее. Ой. Осторожненько. Угу. Бережем себя. Надо. Тихо, тихо. Вот. Здрасте, осторожно. Следующее. Осторожно. Добрый день. Иди, моя милая. Давай. Ножки береги. Пригодятся еще. Осторожно, здрасте. Здрасте. Сейчас. Следующее давай. Осторожно. Ручки. Аккуратно. Дорогие. Не падайте, пожалуйста. Хорошо. Следующее. Диана. Дианка.
Ден, ну давай быстрее, ты последняя осталась. Сколько можно меня хватать? Я предупреждала. И вообще, вторая неделя без выходных. Мне это все надоело. Я не товар и не вещь, и мне надоело себя продавать. Иди и сам поснимайся. А когда закончишь, мы с тобой поговорим. Дианка, ну что ты как маленькая? Ну, в самом деле, ну чего ты? Опа! Куда собралась, девуля? Что это вы так со мной разговариваете? Шутки кончились. А ну-ка, пошла в салон. Ой! Куда? Стоять! Шестая. Ха, молодец, деваха. Ты чего? Сердцем что-то. Ночью перестарался. Да какое там? Предчувствие какое-то. Сходи с дистанции, иди на базу. Завтра к врачу. Да какой там врач? Случилось что-то. Или случится. Ты что, в ясновидящий записался? Будет что-то конкретное, будем решать. А пока на базу. Что за черт? Ну вот. Тебе и конкретика. Район обследовали с воздуха и с воды. Одни обломки. Людей нет. Ни живых, ни мертвых. Разве что на дне. Что у милиции? Ну, мы совместно с пограничниками обследовали всю береговую зону. Никаких следов. ФСБ? Никакой оперативной информации о захвате заложников к нам не поступало. А куда, по-вашему, делась целая команда синхронного плавания, которая взошла на борт яхты за полчаса до взрыва? Мои люди нашли матросов, которые видели, как 6 девушек ушли в море и не вернулись. Исчез также их руководитель. Куда они, по-вашему, делись? В воздухе растворились? Сан Саныч, мы вызвали водолазов на завтра. Обследуем непосредственное место взрыва. Тогда можно будет что-то говорить конкретно. Факты нужны. Прошу извинить, срочное сообщение. Найден экипаж яхты. Их убили и выкинули в старых доках. Значит, на момент взрыва яхтой управляли преступники. Вот вам и факты. Ладно, хватит. Поверь, если бы были жертвы, мы бы узнали об этом первыми. Пошли ужинать вместе, ребят скучают. Все время где-то скрываешься, команда есть команда. Ну, шагом марш. Да, пойдем. Не могла она погибнуть. Не тот характер у девки. Не могла. Сан Саныч, после взрыва прошло уже несколько часов. По всей вероятности, никому не удалось спастись. Мы арендовали для поиска все доступные вертолеты. Но если результатов до сих пор нет, продолжать поиски бессмысленно. Бессмысленно тебе деньги платить, если споришь со мной. Жива она. Я это чувствую. Сан Саныч. Найди водолазов за любые деньги. Пусть осмотрят место взрыва сегодня же. До завтра я ждать не могу. Есть тут одни ребята, но они военные. Вот такие дела. Что вы на это скажете? Мы вас понимаем, но поймите и вы нас. Мы простые водолазы, да еще и военные. И связываться с криминалом не наша тема. Я договорюсь с любым вашим начальством. Я заплачу любые деньги. Кроме того, у вас, молодой человек, должны быть личные причины не оставаться равнодушным. Или я ошибаюсь? Вот что, уважаемый, нам надо посоветоваться. Советуйтесь.
Ну что, товарищи офицеры, какие будут соображения? Да о чем тут говорить? Об уровне секретности. Он наверняка потащится с нами. Долго ли продержится легенда о простых военных водолазах? Да сколько захотим. Нырнем на старье, в наших закромах, чего только нет. Да, да, в том числе и начальство. А несанкционированная работа? Я могу и один, в крайнем случае, сам за все и отвечу. Один ты не можешь ничего. Мы боевая группа, и раскола я не допущу. Значит так, в рамках учебной подготовки сегодня объявляется тренировочное погружение. А для маскировки надо у этого папика деньги взять. Вот ты этим и займись. Есть. Да не расстраивайся ты. Нырнем, и все станет ясно. Тел нет, одни обломки. Что я говорил? Оп. Схитрили, твари. Вопрос, зачем? А зачем похищают молодых красивых баб? На продажу. Я с этим уже сталкивался. Ну и куда они делись? Выскочить не могли. Слишком быстро все перекрыли. На вокзале, в аэропорту, на трассе везде мои люди. В городе тоже вряд ли прячутся. Мне бы сообщили. Почему вы так уверены? Да потому что в этом городе все на мои деньги. Эти твари приезжие. Никто другой не осмелился бы. Так, надо подумать. Думай, думай. Это я. Слушай меня внимательно. Возьми ребят и прочеши весь город. Мне нужен какой-нибудь старожил, знаток этой местности. Краевед, следопыт, мне плевать. Лишь бы этот человек знал каждую щель в округе. Понял? Каждую щель. Все. Здесь они где-то. Здесь. Ну-ка, тихо! Ну как тут наши рыбки? Да потихонечку. Ну иди там, постой. Ладно. Борис Сергеевич, неважно, что ты выглядишь-то. Я вот тут подумал, пора бы тебе кликуху давать. Ты же у нас сейчас главный рецидивист. О, Большой Боб. Или не-не-не, о, Гроза морей. Да пошел ты. О, глянь-ка, он же по-нашему, по фене бодать научился. Закурить дай. На. С армии не курил. Так ты у нас еще и в армии служил? А я думал, такие, как ты, отмазку берут. А в каких войсках, если не секрет? Подожди, сам догадаюсь. Морпехи поди. В ансамбле песни и плески. Про родину пел, про журавлиный клин. Ну ничего, солдат, не горюй. Завтра в 15:00 подойдет белоснежный катер. Загрузим товар и в нейтральные воды. А там... Что там? Там. Ну ладно, ладно, патриот. Сварганю тебе потом документы. Вернешься туда, где тебя не знают. Нам бы самое главное отсюда выбраться. Ага. Так они нас и выпустят отсюда. Они далеко сейчас. В 30 милях отсюда. Утопленников поднимают. А на такой глубине это сделать ой как непросто. Каких утопленников? Ну как каких? Красавец наших. Тебя со мной. Мы с тобой в катере утопли. Да уж. Утопли. Пойду отолью. Давай. Не потому так часто и печально мы заболтали. Как дела? Нормально. А чё шумишь? Камни падают. Ну смотри, будь поаккуратней. Да знаю я.
Борис Сергеевич, это правда, что нас в гарем продадут? Продадут. Тише, 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 тише. И за очень большие деньги. Деньги. Да тише вы, за сколько? Скажите, за сколько? Вот за столько. Тише, столько может предложить мой ухажер, если вы ему позвоните. Дианочка, рыбка моя, да я сам заплачу. Ты только не отталкивай меня, ладно? Я ведь хороший. Я добрый, я нежный, я вообще я очень хороший. Хорошо, хорошо, Боренька, только не здесь, не сейчас. Дианочка. Я так не могу. Вы же мне давно понравились. Как увидел вас, сразу подумала, какой мужчина. А? Правда? Ну, правда, конечно, Дианочка? Конечно, правда. Опаньки. Да я смотрю, здесь целый пещерный роман. А ну-ка, кукла, прысь на место. Давай-ка отойдем, гроза морей. Ну и о чем ты там с ней договаривался? Не твое дело. Не мое, говоришь? Не мое, говоришь? Да я из-за тебя, падла, в дубовом клифте гнить не собираюсь. Колись, я тебе говорю, колись. Души, сволочь! Колись! А ты, оказывается, не хлепак. Далеко не хлепак, но дурак. Ну вот уж дураком меня никто не называл. Ну, значит, я первый. Дурак здесь это ты. Она мне предлагала ее хахалю позвонить, чтобы он ее за деньги выкупил. Ты говоришь, у нее хахаль крутой. Ха. Это интересно. Ну, что, звонить будем? А почему нет? У мужика денег, куры не клюют, на деваху запал. Грех не воспользоваться. Посты мы расставили по всему побережью вдоль дороги. А здесь? Здесь. Сан Саныч, людей не хватает. И так вкалываем по 12 часов. Значит, надо дополнительно стимулировать. Хорошо, простимулируем. Сан Саныч, пришло сообщение на e-mail. Не до e-mail'ов. Это очень важно. А это относится к нашему делу? Нет, это по бизнесу. Благодарю за внимание. И надеюсь, что вы лично проследите за качеством поисков. Хорошо, Сан Саныч, не волнуйтесь. Вы ему не доверяете? Мне не нравится счетчик в его глазах. Слишком активно щелкает. А эти козлы потребовали выкуп. Тут нужна тонкая работа. Прислали за посылкой. А гарантии, что ее отпустят? Не знаю. Меня прислали за посылкой. Вот видишь палец? Я тебе сейчас надавлю на голову, и тебе будет больно. Очень больно. Не надо давить. Я и так могу рассказать вам о месте встречи. Только если я не приду, или приду не один, а с хвостом, на встречу со мной не выйдут.
Братва, закурить не будет? Не курим. А чё так? Здоровье бережем. Спортсмены. Ковбой. Шляпу положи. Ля-ля-ля. Девчонки! Ля-ля-ля-ля. Можешь не пересчитывать. А я и не собираюсь. Я только курьер. Ну что, пора. Подожди. Он не должен видеть, что за ним хвост. Спасибо. Компактную технику раздобыли, а? Сан Саныч? За деньги можно купить все. Кроме любви. Из такси. И куда он пошел? Пошел он вон туда. Я же говорил, что к морю. Здесь все дороги ведут к морю. Угу. Шляпа. А? Ха, че испугался-то? Бабки принес? Да. Давай. Держи. Что? Он остановился. Заметил, хвост спрятался. Зачем ему прятаться? Он спешил. Ну что, идем дальше? А моя доля — медведь. Медведь? Что-то я не понял. Какая доля? Моя доля. А-а-а. Твоя доля? А, твоя доля! Тебя, доля. Здесь их нет. По крайней мере, не видно. Свяжись с Бизоном. Второй. Я третий. Ответь. Второй на связи. Бизон на связи. Слушаю тебя. Квадрат 3680. Ждем вас. Далеко уйти они не могли. Передай капитану, меняем курс. Сюда. Вот и наша шляпа. Маячок здесь. А объект неизвестно где. Почему же неизвестно? Направление есть. Вряд ли он галсом пойдет. Можем лечь на курс и двигать дальше. Денег нет. Значит, деньги дошли по назначению. Интересно только, куда они дальше пошли. Где-то здесь должна быть пещера. И они, скорее всего, пошли туда. Так, пойдемте на яхту, там расскажу все подробнее. О,
Медведь! Медведь! Ты че разорался? А где медведь? Скоро будет. А куда он делся-то? Куда надо, туда и делся. Тогда выпить дай. Трубы горят. Я говорю, выпить дай мне. Отстань. Я сказал, дай мне выпить. Не надо, не надо. Не дергайся, большой лоб. Ну что здесь происходит, Сивый? Да все потихонечку. Вот только большой боб у нас без выпивки плачет. Где ты был? А ты что, прокурор, что ли? Тогда выпить дай. Надо же, как человек за одну ночь в обезьяну превратился. Тебе и превращаться не надо. Ты как был животное, так животное и остался. Ах ты! Ай! Сивый, дай ему бутылку. Медведь, сниматься скоро. Не тащить же его на себе. Да ничего, дай. Ну а зачем его на себе тащить-то? Чего уставились-то? Тоже хотите? Ты хочешь? Нет. А ты хочешь? Mm-mm. Может, ты хочешь? Нет, я не буду. Чего? Я не хочу. Не хочет. А чего ты хочешь? Если можно, дайте мне расческу. У меня все волосы спутались. Какие волосы? Какая расческа? Ты что? У тебя жизнь рушится. Летит псу под хвост. Господи, какие же вы дуры. Борис Сергеевич, дайте мне, я выпью. На. Выпей за своего Сан Саныча-то. Кстати, он за тебя бабки пригнал. Идиот. Небось, сейчас сидит, любовь свою дожидается. Эй, не могу. Мы раскопали одного старожила, и он сказал, что где-то в этом районе есть пещера. Точнее, катакомбы. Что за катакомбы? Это недостроенный военный бункер. Если есть бункер, значит, в него должен быть вход. Я даже думаю, что не один. Логично. Со стороны суши там два входа. Да, ну, предположим, мы найдем эти входы и даже проникнем внутрь. Но бандиты вооружены. Могут пострадать заложники. Ладно, раскроем карты. Когда закупали барокамеру для вашей базы, штаб флота обратился ко мне. Я им много чем помогал. Так что знаю... Вы не простые водолазы. Никакой секретности. Как работать? Стоп. Вы сказали, только со стороны суши? Не только. Есть вход из моря. Борис Сергеевич, слушайте меня внимательно. Вас хотят убить. Нам надо спасаться вместе. Нас? Убить? Да тише вы. Что-то я не понял. Ну-ка, встань! Вы что, сговориться решили? Или уже сговорились? Отпусти его! Я вам не помешал? Я сейчас ему горло спорю! А ты не жди! Ты ему воткни и проверни! Только от себя толкни, а то вся кровь на тебя прыснет! Черт! Так! Эй, эй! Ты чего? Хэдэхох! Ты его с предохранителя-то сними! Что? С предохранителя сними! Да где он? А вот! Сидит! Ты что, зараза? Убить меня хотела? Ты сволочь! Сволочь! Тихо! Товар не попорти! Ты что, сучка, смерти захотела?
отпусти ее. Брось пушку, я ее пристрелю! Хорошо. Спокойно. Спасибо. Я понимаю, что вы для нас сделали. Да ладно, пустяки. Не люблю, когда на моей земле беспредел устраивают. В общем, беседу с докторами я провел. Угу. Зуб дают, что через месяца 3-4 будешь как новенький. Ну что, замену уже нашли? Не волнуйся. Будем считать, что ты пока в отпуске. Правильно, отдыхай. И выздоравливай. Теперь к тебе пускают, так что чаще будем видеться. Пошли, пошли. Пора. Ну, пока. Ешь витамины. Сам буду проверять. Там к тебе еще посетители. Бывай. Привет. Привет. Да я все понял. Ты прости меня. За что? Жизнь все расставит по своим местам. Правда? Правда. Он классный мужик. Выздоравливай, старина. Угу. Спасибо. Удачи вам. Ты не грусти. Все будет хорошо. Привет! Здравствуйте. Ну что, герой, как мы себя чувствуем? Oh, nice girl, you're... Красивая девушка. Покажи мне еще. Еще. У тебя это хорошо получается. Сан Саныч передает привет.